Девочки, всем привет! Добро пожаловать в третью часть нашего разбора. Так, помадок. Посмотрите, сколько их. Если я не ошибаюсь, то это, возможно, все мои помадки. Может быть, у меня есть какие-то помады, которые рассованы по сумкам. Но я надеюсь, что их немного. Так, давайте продолжим. Фридом, нюдовый оттенок, по-моему, бледный. Да. Бледная помада, не очень пигментированная, но приятная в носке, в принципе, Freedom. Еще одна помада. Там были наборы такие. А, вообще, розовая бледная сюда. А, Freedom больше не существует, вы знаете. Помните, что Revolution сделали ребрендинг. Revel the Loop, тоже особенный оттенок. Идет сюда. Еще один оттенок 02 Revel the Loop, тоже особенный. А они не одинаковые? Нет, один. Разные. Тут... Сейчас что-то не вижу разницы. Ну, там какой-то оттенок разный. Так, Perfect Shine Essence. Так, это более такой розовый ягодный нюанс. Да. Из этой же серии. По-моему, бледная помада 04. Или коричневая. Больше, наверное, тоже такой какой-то необычный оттенок. Наверное, в коричневый ее пока определю. Оттенок 01, по-моему, я чуть ли не все скупила. Мне так понравились эти помадки. Так, это бледненькая розовая. Сюда. Так, Caroline, помада из Израиля. В коричневый уходящий, если не ошибаюсь. Да, в коричневый уходящий. Сюда. Essence, серия This Is Me. И такой в розоватый уходящий нюдовый. Ох, розоватый. По-моему, это уже в ягодный какой-то ходит. Даже в сливовый. По-моему, в этой категории должна эта помада быть. Revolution. Ну, в принципе, избитый... Нет, не избитый розовый оттенок. Шикарный розовый оттенок. Фуксию, наверное, положу. Или вот в эту. По-моему, это категория помад. Так, матовые помады Essence. 02 оттенок. Посмотрим. О, вот это оттенок, вы посмотрите. Очень интересная. Знаете, вот такие необычные цвета. Интересно было посмотреть на губах. Потому что я не помню, когда я их наносила на губы и когда выгуливала. Так. Ultimate Color 410, это моя любимая помада, современная версия советской розовой помады. Очень шикарный оттенок. К сожалению, вы такую уже не найдете, это линейка у Catrice снята. Оттенок просто бомбезный. Так, розовый сюда поставлю. Так, это 09, скорее всего, бледный коричневый. Посмотрим. Коричневый и не бледный, нормальный. Нюдовый коричневый. Так. Эстрада. Такой больше темный. Я не знаю, вот в эту категорию или вот в эту. Ну, поставлю пока вот в эту. И бальзамного типа помада Catrice. Так, наверное, я не должна. Все-таки это бальзамчик. Отложу. Так, давайте теперь... Распределим по категориям вот эти помадки, которые мне Ирочка подарила. Мне кажется, или у меня тут какой-то помады я уже куда-то засунула. Так. Сейчас, девочки, секундочку. Тут только эти свотчи. И, вы знаете, мы, наверное, пересчитаем. Останется время в этом видео, мы пересчитаем помадки. Единственное, что я, наверное, не буду разбирать помадки из-за... Project Pen, иначе они у меня разбредутся сейчас по коробочкам, а я же их использую. Бледно-розовая, обожаю эту помаду сейчас от Vivien Sabot в оттенке 02. Девочки, это бальзамчик и блеск в помадной версии, стика. Обожаю, шикарно. Так, Faberlic. 20-200. Так, по-моему, это теплый коричневый. Или не такой он теплый. Сейчас, девочки,
Все в сравнении. Посмотрим. Вот он. Более теплый коричневый. Так, это Фаберлик 40-617 сюда. А 40-201 тоже любимая помада на данный момент. Тоже коричневая. Так, она, конечно... А, я ее неправильно поделила, эти две помады. Они относятся к эту категорию. А вот это сюда. Avon. Шикарный оттенок. Peaceful Wine. Вау, да? Так, сюда. И помада Tasted Rose тоже шикарный, 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 шикарный оттенок. Обожаю. Тоже в эту категорию относится. Так, уже не солнце. Вот. Итак, здесь у меня какие-то необычные розовые помадки. Поставлю их сюда. Поближе. И сейчас мы с вами, знаете, что сделаем, девочки? Посчитаем, сколько у меня в коллекции помад. Так, это была розовая. Так, это какая-то ярко-розовая. А бордовые я положу какие-то такие сливово-бордовые сюда. Тоже как бы все было перед глазами. Ой, девочки, я не уверена, если честно, что я смогу избавиться хотя бы от каких-то 10 штук. Наверное, не получится, если честно. Я очень пессимистично настроена. Когда смотришь на красоту помад, то понимаешь, насколько они разные, что ты не просто так их покупала. Подарочки, само собой. Сердце разрывается. Они никуда не уходят. Так, вот, девочки, на данный момент это вот, по крайней мере, помады, которые я нашла. Если еще где-то есть помады, может быть, такое, но не припрятаны. Так, давайте посчитаем. 7 минут как раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Правильно? Так, 5, 10... 16 сейчас насчитала. Это 3, это 5. Так. Нет, 17, правильно. Здесь у нас 17 помад. Здесь 5 и 16. 17 плюс 16 сколько? Так. 33. 33 помады. Здесь пятерка, пятерка, 10, 15, 19 плюс 33, значит, 52 помады, 52 помады. Здесь 6 плюс 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 плюс 52 помады. 17 плюс 52 у нас получается 69 получается, правильно? Да, 69 помад. Давайте 70. Вот эту тоже посчитаем, а то я собьюсь точно. Так, теперь вот эту часть, вот это будет в последней. 70. С нуля начнем считать. Так, это 5, 8, 10, 15, 16 помад. 16, 20, 25 помад. 25. В проекте у меня 30. 35 помад. 35. Так, 40. 45. 45, 51. 51. 56. 61. 63. 63.
63 плюс 70, сколько, девочки? 133. Хорошее число, не спутаюсь. Так, здесь у меня 6, 8, 9, 10, 11, 12. Так, здесь было сколько? 9, 9, 12, 13, 13 плюс 5, 18, 18 плюс 2, 20, 25 помад. 25 плюс 133. Так, 25 плюс 133, получается 158. Нет, неправильно. Дох, правильно. 133 плюс 25. 158 помад. Вот, девочки, у меня 158 помад. 158 помад. Если уйдут 10 помад, это же, да, это же мощно прям. Ну, во-первых, я думаю, так, который у нас сейчас, 11 минут, можно уже подумать, какие помады уйдут. Я думаю, что помады Манхэттен попадают практически все в категорию... что они, скорее всего, уйдут. Почему? Кроме красной, потому что она мне нравится. И вот из старой версии, потому что они плохо уже мажутся, девочки. Они плохо наносятся. То есть некоторые вот с чистым сердцем, на самом деле, можно было бы выбросить их уже в Project Pen не засунешь. Однозначно. Так. Вот это три помады точно на Wittgenstein. Хотя они так пахнут. Блин. Хоть из-за запаха оставляй. Вот реально пахнет бабушкиными помадами. Ну, вот эти три. Из этих двух красных, по-моему, они еще очень хорошего качества. Не уверена, что я хочу их куда-то девать. Все остальное, что касается качества, все остальные более-менее хорошие помады. Так, вот это меня раздражает. Она плешивит. Давайте уберем то, что меня раздражает. Она меня раздражает, значит, уходит. Знаете, тоже дешманский дизайн, на самом деле, это всего лишь бумажная наклейка. Я, конечно, радовалась. Я думала, что это пластмассовая. Или бумажка в пластмассу под пластмассу засунута. Но, к сожалению, исполнение очень дешманское. И вот оно меня побешивает, что она плешивит. Так. Еще какие-то помады. Все остальные классные. Дальше уже сложновато, потому что... Да. Дайте немножечко подумать. Нет, девочки, я не знаю, что дальше делать, потому что дальше мне все нравится. Дальше мне все очень-очень нравится. Из бледных какие-то я могу однозначно убрать, я считаю. Так, вот так сделаем. Красные никуда не уйдут, девочки. И у меня из подружек никто их носить не будет, поэтому нет. Они остаются все. Затем особенные помады особенного цвета тоже остаются. Это само собой разумеется. Они мне нужны, их опять же таки никто носить не будет. Так, вот эта категория таких розово-специфических ярких помад однозначно остаются, они мне нравятся, и опять же их никто не будет носить, и помады Фукси я тоже сюда ставлю аккуратненько. Мы еще посвочим, девочки, с вами, это просто я пока рассуждаю, что, наверное, могло бы уйти. Ну, не факт, что уйдет. Так, вот у меня здесь аккуратненько все стоит. Так. Поставлю вот так. Из этой категории тоже ничто не уйдет. Project Pen. Вы знаете, я еще не отчаиваюсь. У меня здесь нет помад, которые бы испортились, прогоркли.
такого ничего нету, но я надеюсь, что я хотя бы, может быть, две помадки еще успею закончить. Итак, из категории розовых помад, мне кажется, одну-две я бы могла с какой-нибудь распрощаться и подарить подружке. Категория таких помад бледных. Коричневые нет. Коричневые не смогут уйти из моей коллекции. Мне они очень нравятся. Из вот этих мне, конечно, тут нравится, но может быть, хотя не уверена, может быть, от одной девочки, честно, навряд ли. Очень навряд ли. Они мне так все нравятся. Пипец. Ну, короче, шансы есть из вот этих трех категорий, я не знаю, что вам видно, что-то убрать. Вы знаете, мы с вами увидимся в следующей части. У меня уже горло устало, девочки. Мы будем свочить вот эти помадки, будем сравнивать, смотреть. И я подумаю. Подумаю вместе с вами, что, может быть, какие-то еще могут уйти. Короче, пока только 4 помады, нужно 10. Все, девочки, всем вам хорошего дня. И до следующего видео. Всем пока-пока.